коллеги, мы как участники подготовки данного симпозиума, конечно, очень удовлетворены результатами. С каких позиций? Я хочу напомнить, что, как правило, мы ищем каких-то зарубежных партнеров. Но в данной ситуации, я это подчеркиваю, партнеры, зарубежные коллеги, нашли нас. Они вышли на нас с предложением. Они заинтересовались нашими достижениями. Они выразили желание в таком колоссальном составе приехать, что вот на последнем совещании Татьяна Юрьевна задала вопрос, были ли еще подобные мероприятия. И я тогда ответила, что на моей памяти, в моем серьезном возрасте, ни разу такого мероприятия, такого уровня не было. И сегодня я хочу сказать, мы удовлетворены сполна. Я ежедневно, и я, и Татьяна Владарна, и наши коллеги получаем такие отзывы не только от наших практиков, ученых России, но и, конечно, от всех делегатов. Я хотела сказать, что без поддержки министерства, руководства университета, нашего института, какие бы мы хорошими ни были, мы не могли бы осилить огромный объем работы. Но хочу сказать, мы работали целой командой. И не только в организации этого симпозиума принимали участие сотрудники кафедры логопедии. Мы коллектив, вот мы команда. Сурдопедагогики, преподаватели помогали. Олигофренопедагогики помогали. Выпускники нашего факультета Шолоховского, которые являются руководителями Рубцовского, помогали. Выпускники наши, магистранты. Но вы знаете, такое огромное количество людей были, ну знаете, на большом, я бы сказала, патриотическом подъеме. И когда волосовец Татьяна Владимировна на нашем совещании сказала, что мы можем приравнивать этот симпозиум по логопедии к чемпионату мира, вот такое, знаете, а для меня вот это чувство патриотизма, оно очень, ну я человек старого поколения, для меня это чрезвычайно важно. Поэтому вот и сейчас звонила Татьяна Владимировна из Коломенского, докладывала. Но такие эмоции, такие отзывы. И второй момент, на который я хотела бы обратить внимание. Мы не хотим выступать в роли тех, которые вчера, извините за выражение, слезли с дерева. Нам есть что показать, нам есть порадовать всех нашими успехами, нам есть чем поделиться. И мы ощутили в процессе общения с зарубежными коллегами, а вы видели географию, из каких регионов, что люди просто покупают наши книги, просят рассказать. Я знаю, что Татьяна Владимировна уже получила приглашение в один из очень известных университетов прочитать лекции там и так далее. Но вот нам тоже есть чем похвалиться. Я вам, Ольга Юрьевна, такой тяжелый. То есть, Татьяна Юрьевна, у нас одни Татьяны сегодня, раз, два, три. Вот. Я хотела бы вручить наш последний учебник, фундаментальный учебник, потому что с момента выхода Волковского учебника, в котором мы тоже принимали участие, но здесь собраны все последние достижения за 25 лет. И я знаю, что студенты, которые приходят, а мы старались госэкзаменом выпустить учебник, они говорили, так хорошо готовится, вопрос, а в учебнике уже есть ответ. И мы постарались все последние достижения в области педагогики, в области медицины, я подчеркиваю, Виктор Маркович, все здесь есть. Нам за этот учебник не стыдно. 8 августа. Действительно, симпозиум беспрецедентный. И столько нового и в организационном, и в научном плане было проделано, мы хотим с помощью вашей поддержки
смонтировать учебный документальный фильм, где мы все можем отразить, и организационные вопросы, и научные вопросы, и выступления наших зарубежных коллег. И этот фильм учебный, он тоже войдет в историю логопедии, его можно, так сказать, а зарубежные коллеги сказали, что они с удовольствием, используя этот фильм, документальный, учебный, будут показывать в своих странах. Для нас это престиж. Прекрасно. Спасибо, Татьяна Борисовна, за такое предложение. Действительно, мы вместе поработаем. Я думаю, что это будет не только история наша, но это будет действительно очень хороший, обучающий фильм, который мы сможем использовать и в субъектах в том числе. Спасибо.